Работать с Кристиной впервые я начала еще в январе месяце. Это была просто формат просто консультации онлайн, где мы обсудили какие-то общие моменты, да, съема помещения, бюджета, какие процедуры помимо LPG можно включить в работу, да. Все было достаточно емко, интересно. Но я начала понимать, поскольку я человек вообще новый, так скажем, в бизнесе, я всегда всю свою жизнь работала с детьми, как говорится, на дядю и тетю, да, никогда отношения к бизнесу не имела и была наемным работником, так скажем. Далее шло время, и я понимала, что консультации мне явно будет недостаточно, да, поскольку как посчитать себестоимость процедуры, как выстроить вообще весь бизнес-план, какой аппарат выбрать, да, как выбрать правильно помещение, на что обратить внимание, как выстроить прайс, как промониторить конкурентов, да. Вопросов было очень много, и я поняла, что я так не справлюсь, и мне необходимо наставничество. Хочу сказать вот что. Ни на секунду, ни на долю секунды я не пожалела о том, что с Кристиной мы заключили договор на наставничество. Очень плотно работали в течение месяца. Это просто, я не совру, если скажу, что 24/7 мы были на связи. Любые вопросы, которые у меня возникали, всегда, всегда Кристина мне отвечала. Были видеосозвоны, видеоконференции, аудиосообщения постоянно были на связи, текстовые, да. И все это было очень-очень понятно, доступно. И что, в первую очередь, что мне помогло? У Кристины четкий план действий. Прямо вот этого мне конкретно не хватало. Я понимала, что шло время, а действий не было. Были только мысли. Вот именно работа с Кристиной дала мне эти действия. Потому что всегда было четко. Так, сегодня это, завтра это, послезавтра это. И ты просто следуешь пошагово каждый день к своей цели. В результате работы в феврале, 17 февраля, я уже заехала в кабинет, который арендовала. Вот здесь его видно, светлый, чистый, вот он аппарат. Их уже там у меня 3 аппарата. Вот, и начала работать грамотно, настолько грамотно все помогла мне выстроить Кристина в плане рекламы, с юридических сторон, с оформлением самозанятого, еще раз повторюсь, с прайса, потому что это очень важно. Посчитать себестоимость процедуры для меня было это прямо новым и настоящим открытием. Так вот, в феврале, 17 февраля я начала работу, пошли первые клиенты, не буду лукавить, часть из них была это знакомые, но также были и приходящие клиенты, Авито, Дубльгиз. Параллельно, когда уже открылась студия, я начала проходить обучение по аппарату Ким. Совсем недавно приобрела вибромассаж, тоже прошла обучение онлайн у Кристины. Все фишечки, все изюминки в похудательных процессах я теперь знаю. И что хочу сказать, клиенты идут, клиентов много, клиентов некуда записывать. Я работаю одна. Работаю с 8:30 до 9:30 иногда. Иногда мне некогда покушать, это правда. Но я что хотела, то и получила. Я ставила себе цель определенную, да, денежную. Эта цель достигнута. Сейчас я четко понимаю, что мне нужно расширяться. Спрос на процедуры большой. Отказываю многим клиентам, поскольку некуда просто их записывать. Поэтому я в поиске сейчас помещения на 2 кабинета, настроена на покупку еще одного аппарата. Ну и, конечно, буду мастеров нанимать работать. Вот так вот, не побоявшись и позволив себе приобрести самое дорогое обучение в жизни, я стала
бизнесменом. Ну, на самом деле, да, прибыль очень хорошая. Что хочу сказать про личностные качества Кристины. Это человек, реально стратег, человек, человечный человек в первую очередь. И до сих пор по каким-либо вопросам, когда у меня есть какие-то сомнения, да, какую программу назначить конкретному клиенту, я консультируюсь. И всегда, всегда этот человек мне дает 100% ответ, как полагается. Я безумно довольна работой и просто благодарю Бога, что и себя, что не побоялась и стала работать с этим человеком.